царевны. Приглашаю царевны. Настоящий талант. Девочки, завтра в нашей школе состоится конкурс волшебных талантов. Уверен, что кто-то из вас сможет побороться за главный приз. Ура! Девочки, здорово! Интересно, а где будет проходить финал конкурса? Где бы он ни проходил, я пришлю тебе открытку. Вы бы сначала победили, а потом планы строили. На время соревнования мы соперницы. Так что если кто-то забудет заклинание, я подсказывать не стану. Ой, да нужны мне твои подсказки. Девочки, а мне сегодня ночью песня приснилась. Может быть, вместе споем? Каждый сам за себя. Уникальный акробатический талант. Спешите видеть. Только сегодня. Номер с мечами. А я на конкурсе блесной эрудицией. Отвечу на любой вопрос из волшебной энциклопедии. Ну что же, начнем обучение. А я удивлю всех своим нарядом. Ну-ка, волшебные иголочки, за работу. Отражение. Раз, два, три. Я снаружи, вы внутри. Ура! Получилось! Будем петь песню! Что? Вы не вспомнили про главный талант Дивногорья? После моего подарка в школе ни одно заклинание работать не будет. Тогда-то и появится гость программы. Яга на метле. Прекрасная музыка. Это Аленка занимается. А это еще что? Плачет кто-то? Может, сова в трубе застряла? Да нет, это она инструменты настраивает. Не удивляйтесь, профессор. Репетиция. Все, хватит! Хватит! Не согласны с автором? Скорее, еще не нашла с книгой общий язык. Мы так не договаривались. Не переживайте, профессор. Работа кипит. А ну стой! Стой! Кому говорю? Спасите! Помогите! Варя, держись! Помогите! Что случилось? Девочки, что-то происходит. У меня с заклинаниями вообще ужас. У меня тоже. И у меня. На самом деле, мы все не справляемся. А кто сказал? Каждый сам за себя. Мы все сказали. Да, и волшебство не работает. И что же делать? От меня даже корона убежала. Корона, вернись на место. Держи, Василиса. Девочки, я придумала. Будем выступать без волшебства. Просто поможем друг другу. Номер с мечами. Спасибо, девочки! Какого цвета шапочка у красной шапочки? Все, надоело! Мой выход! Вопрос с подвохом. С тех пор, как в моду вошел синий цвет, девочка, известная как красная шапочка, носит синюю шапочку. Что, не ждали? Самый крутой номер Дивногорья! Метелка? Ты что, метелка? Метелка? Иго-го! Что это было? Это был юмористический номер с лошадкой. Девочки, продолжайте. Спасибо, девочки. Эх, я же сама выключила все волшебство в школе. А ты подсказать не могла. О, 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 о.
читаешь о других берегах. Я читаю о драконах и царевнах. Может, разные, но вместе всегда. Мы построим этот замок хрустальный. В руке твоей моя рука. Я знаю, будет лето круглый. Чтобы на таком конкурсе выступали без волшебства. Нам друг без друга просто нельзя. Вы покорили нас самым главным талантом – быть дружными. Поэтому на финал отправляются все царевны. Ура! Привет! Мы царевны. Подписывайся на наш канал.